Есть новый министр внутренних дел Андрей Анастасов, с которым мы протестовали. Есть Игорь Дадон, президент страны. Есть Майя Санду. Я попытаюсь связаться со всеми, кого я перечислил. Организовать встречи по отдельности, совместную встречу. А в идеале, конечно, совместную встречу. Для того, чтобы обсудить, чем мы можем быть полезны. Мы готовы участвовать в работе новой комиссии, где опыт, который у меня есть, я думаю, очень серьезно поможет всему тому, что они затеяли. Хочу вместе со всеми встретиться. Мы также боролись, мы имеем на это право, и мы хотим участвовать в процессе демонтажа режима. Давайте либо мы вместе добьем все то, что вы начали, связанное с демонтажом системы, либо давайте будем организовывать интриги сейчас между платформой, между социалистами, между нашей партией. Вы что, с ума сошли? Да люди не простят, если сегодня по тем или иным причинам не добьют все то, что начали.